Итак, мальчишки и девчонки, а точнее, мы зрители, да. Я решил вернуть старое приветствие, потому что оно мне не нравится, когда я вставлял ролики. Сегодня, после того, как я поиграл в игру про Спигери, мне захотелось сделать свою. Поэтому сейчас берем игра про спагетти 3. И приступаем сейчас только... А, ладно, нормально. Так, сейчас обучение надо не слушать. Идите нафиг. Идите нафиг. Да, блин, я знаю. Сейчас мне нужно будет нарисовать фон. Конечно же, эта игра будет довольно простенькая. Очень сложные игры я не умею создавать. У меня такие простенькие. Но смысл оставлю. Итак, давайте нарисуем квартирку Хулибана. А именно изгаженное просто место. Вот так вот. И сейчас сереньким надо. Здесь, ну вот, короче, вот тут вот будет стоять наш персонаж. И, собственно, ломать спагетти. Так, сейчас я делаю пол сначала. Для начала. Блин. Надеюсь, у меня получится хорошо. Потому что я создаю очень ржачные игры довольно. Ну, все, кто их видели, угорали. И всем нравилось. Надеюсь, что эта игра тоже всем понравится. Итак, вот. Ой, чё я рама заклагает. Ну, блин, как это сказать? Сама квартира уже сделана, осталось, типа, сделать грязь всякую. Но в игре же там была грязь на стенах. Вот я сейчас тоже сделаю. Так. Ну вот, тут, допустим, кто-то себе лобовое стекло разбил. Да, у людей лобовуха бывает, если вы не знали. Вот тут вот рукой прошлись. Наверное. Вот тут вот... Ой. Что-нибудь сделал. Тут вот отпечаток лица будет. Как будто кто-то лицом врезался. Вот как-то так. Так, остался пол. Сейчас на нем сделаю типа трещину. Вот. Так, мне нужны такие большие. Вот такие вот трещинки на полу будут. Все идеально. Идеальная хрущевка. Пора делать персонажа. А именно Холли Бубу. Блин. Как бы мне самого Холли Бубу не обидеть. Рисую я его так вот. Рисую какие-нибудь кудряшки такие. Сыму глаз... Ой. Слишком большие. Слишком маленькие. Вот так вот рисую ему глаза. Вот тут вот рот. Вот тут язык. Нос. У него в игре вроде не было носа. Так. А давайте я сейчас гляну, как он выглядит. Так, волосяки я ему немножко неправильно нарисовал. Сейчас надо исправить. Сейчас все поправлю. Там у него густые прям. Вот так вот. Глаза у него туповатые. Такие вот. Сделаю. Идеально. Вот. Я буду сравнивать с игрой в спагетти. Так, ему еще нужна бровь. Вот так. И вот так вот. И вот ластиком надо стереть. Ну, типа, кусок брови отсутствует. Делать надо ему кожу. Какая там? Ага, такая. Светленькая. Вот так вот. Отлично. Теперь белые глаза. Язык. И волосы. Пум-пум. Так, башка сделана. Что там еще? Давайте я на паузу нажму и его нарисую. А потом вы увидите, что получилось.
Ну так вот, очертания ручек уже готово. Вы можете увидеть то, что... Ну, тот факт, что я не умею рисовать. Так. Вроде бы похоже. Так, так. О, да, и, кстати, на моем канале уже должен был выйти ролик про то, как я играю в игру про спагетти. Обязательно посмотрите. Это я... Для тех, кто не смотрел, еще немножко заспойлерил, что у меня там уже есть. Так, доделываю ему ножки. Вот так вот. Что-то как-то не очень. Что-то как-то ему плоховато. Ладно, почему мне над ним не поиздеваться? Вот такой вот всратенький будет... Хлебам. Такие вот у него будут тапульки. Вот так вот. И вот так вот. Чудесно. Так, труселя его нужно раскрасить. Ой, блин, что там удел? Так, гнилого цвета розового. Но кофта. По факту. Кстати. Все остальное... Блин, желтая и вот эта вот фигня у него белая. А еще это. Многие будут по-другому раскрашены. Почти одинаково. Так, топульки будут розовыми, потому что я так хочу. У него они в игре просто тоже вроде розовые. Не хочется проверять. Так, и желтый спагетти ему надо нарисовать. Тупо полоски. Вот так, типа, торчат. Вот-вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Отличный хули-бам, который держит спагетти в руках. Хули-бам. Вот сюда вот. Он будет тут стоять. И мне нужно скопировать его модельку с разломанными спагетти. Я отрубил хольбам пол лица. Ничего страшного, потерпит. Так, и черненьким еще. Вот так вот. Вот все, отличный хулибам, самого отличный спагетти. Что тут вот надо подтянуть? Так, вот тут вот надо немножко убрать, чтобы были различия. Все идеально. Вот моделька с разломами, вот еще с целыми спагетти. Так, давайте в пристарте. Да, мне пофиг. Встаньте, показать. Так, сейчас будет... Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Очень сложно. Очень сложная вещь. Так, ну, так, фончик не меняем. Теперь мне нужно придумать, как сделать. О, у меня есть идейка. Очень жесткая. Сделать пару квадратиков зелененьких. Да, это гениально. Кубик. Вот. Да, это гениальная идея просто. Надеюсь, она получится. И последний кубик разукрашу в красный цвет. Ну, то есть будут квадратики зеленого цвета и красного. Кому надо, просто повторяйте. Ясно, понятно. С профессионалами. Вот. Это вообще сюда. Итак. Когда мы заходим в игру, тут есть все виды кубиков. Ой. Блин. Красный кубик я для начала помещу вот сюда вот. Но смотрите. При старте спрятать.
Кстати, эта игра будет не на тайминг, то есть там реакцию развивать нельзя будет, тупо тыкать. Сейчас. Секунду, где вот это вот? Ага, вечно. Конец цикла. Надо. Эй. Как ее подвинуть, блин? Эй, алло. Блин, что не так? Какого фига? Почему меня кирпичи не слушают? Ладно, допустим. Спрятать, поместить в какое-то положение. Ждать одну секунду. Показать. Ждать одну секунду. Так. Сейчас. А показать. Потом. Ждать одну секунду. Поместить в... уже на этот квадрат. И показать. Ждать одну секунду. И поместить в... вот сюда вот. Сейчас у меня почему-то очень страшно стало, потому что... Дядя, послушай меня. Так. Блин, я не могу оттащить вот этот вот конец цикла. Блин, это невозможно сделать. Так, я удалю, пожалуй. И еще раз поставлю. Я не знаю, в чем баг. В чем проблема. Но он у меня просто... Я его зажимаю, он должен хвататься. Но он, блин, не хватается. Ладно, давайте посмотрим, что получилось. Что он там делает? А что он там? Что он там забыл? Еще я важную часть не сделал. Нет, не это. Блин, как-то напряженно. При нажатии спрятаться. Я не понимаю. Что, блин, происходит? У меня интернет плохой. А, что у меня с интернетом? Вот, интернет вроде нормальный. А что тогда происходит? Почему такие баги возникают? Что эта красная фигня там забыл? Ну да, я, естественно, сейчас спрятал. Что я что-то сделал не так? Надо, наверное, вот эту фигню удалить. Посмотрим. Вот. Вот теперь правильно. И чё? Всё? Сдохли мы? Вот сюда вот. Так, давай смотреть. Вот. Вот. Она тут должна появиться, но она там не появляется. Я, кажется, знаю почему. Так, переместить на передний план надо. Возможно, она решила уйти за эту кнопку. Бац, бац. Нет, она не на этой кнопке почему-то. А где она? Дядя, вот сюда надо. Па-па. А, мне интересно, если не нажимать. Ой, блин, зачем я нажал? Да, вот. Вот. А, я, кажется, знаю почему. Да, я понял. Или не понял. Или понял, вроде. Ну, короче, как-то так надо. Смотрим. Бац. 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 Да, все работает. Осталось лишь
исправить одну проблемку. Мне нужно сделать так, чтобы это было вечно. Но, блин, я не могу эту фигню, вот этот вот конец цикла, переместить вниз. Я зажимаю, не знаю, что. Может быть, мне всякой фигни вверх потаскать, чтобы... Может быть, у меня часть экрана плохо работает. Ну, дядя, почему не работает? Давай, зараза, вниз уходи. Но она не хочет вниз уходить. Очень странно. Итак, при нажатии вещать 7. Так. Спагетти. Ломай. Умай. Ну, ничего страшного. Итак, когда будет больше сигнал, задать образ, ждать одну секунду и задать образ обычный. Смотрим. Ах ты ж, зараза. Я не понимаю, а почему она вниз уходит? Типа то, что вот это вот слово «вечно», оно что-то значит? Надо немножко побыстрее. Так. Побыстрее. Далее. Пропустите. Иди нафиг. Так. 0.6. Смотрим. Пац, пац, пац. Отлично. Так, осталось добавить хруст. Давайте я запишу. Идите нафиг. Идите нафиг тогда. Ой, ладно. Так, что еще можно добавить? Игра уже как минимум идеальна. Пац, пац, пац. Жалко, что не получается вот это вот вечно сделать. У меня есть идея. Кто-то вот же перемещается, да? Ах ты же зараза, ах ты жопа с ручками. И как мне вниз-то ее перенести? Мне расскажет кто-нибудь? А так можно было? Да вы что, стебетесь надо мной? Я сейчас не знаю, что сделала. Почему этот долбанный конец цикла вниз нельзя пролистнуть? Что за поведение? Так. Ух ты, бог ты. Сколько тут интересности есть. Ку-ми, ку-ми. Лака-лака, шака-лака, ку-ми-ку-ми. Ну, понятно, он не хочет, короче, работать нормальненько. Так, можно хулибаму преобразить, а именно, который ломает спагетти. Можно ему желтизны вот тут вот рисовать. Типа он спагетти немного на себя уронил, крошки от спагетти. И на роже у него тоже есть, и на руках есть. О, и вот тут вот нарисовать звездочку. Я не умею звезды рисовать, я это понял. Мне об этом говорить не надо. Ну вот, допустим, типа у нас там что-то прибавилось. Просто по приколу. Что вы гордились собой? Любимым. Мне кажется, надо подольше. Тут вот, например, 2 секунды. Тут 3 секунды. А ну и давайте продолжу. Вот так вот.
Так. Показать. И поместить в... Ням-ням-ням. Вот сюда вот. Смотрим. Та. Твой. Ту. Ага, вот он. Ага, вот он. Все идеально. Теперь игра становится хоть немного сложнее. На фоне можно добавить. У меня сидит, что добавить. Упаковка от спагетти. Так. Ну вот. Вот такая вот растрепанная упаковка от спагетти валяется. Типа наш с вами любимый Холли Буба открыл ее, бросил и начал заниматься своим любимым делом. Ломанием спагетти. Да, тут можно уже теории строить про эту игру. Надо добавить стекляшности или пластиковости. Ну, там пластиковая обертка, что? Вот так вот. Ну, вот тут, допустим, какие-нибудь красные точечки. Типа там что-то написано. Вот там какая-нибудь фирма спагетти. Да, вот так вот. Вот тут вот так вот. И самое главное... Еще. Отличным цветом. Вот типа... Ой, блин. Вот типа он тут открыл эту упаковку. Да, идеально. Чего-то еще не хватает. Ну, на полу, конечно, тоже. Сейчас добавлю спагетти. Самое главное, спагетти всегда должны быть ровными. Вот так вот. Не согнутыми. Потому что это не вареные спагетти. А новые. Новые. Пук. Так. Что еще можно добавить сюда, в эту игру? Я думаю, нафига я сделал все эти кубики. Я их, пожалуй, удалю. Если можно было просто сделать полоску. Но я не додумался до такого. Вот, короче, вот такая вот полосочка. Она будет красной. Я этот красный куб сейчас переделаю. И пошире вот так. Все, отлично. Полосочка есть. И вот эту вот штучечку. Сделать зелененькой. Смотрим. Ага, надо подвинуть немножко. Вот так вот. Смотрим. Пак. Пак. И... Пак, ага, надо ее сделать побольше. Там челики со двора орут. Мешают мне видео вести. Говняки. Говняки. Вонючие. Вот такая вот полоска. Смотрим. Ага, надо ее немножко сдвинуть. Вот так вот. Тыкаем. Тыкаем. И тыкаем. Отлично. Все неровные границы красной полоски я раскрашу черным. Отлично. Вот такая странненькая полосочка будет. Стрёмненькая. Меня немножко смущает мой хулибам. Он выглядит как-то странно. Ничего не смущает. У него носа нет. Я сделала оттенок носа вот так вот. Добавлю ему скулу. Вот тут пальчик на пальчиках. Локоть. Коленьку.
Вот, лодыжки. Во, все, идеальный. Осталось только вот, вот так вот сделать. Отлично. А, ну и на шорцах тоже вот тут вот. Ну, типа, мятые у него шорцы, вон там. Вот это вот что? Что это такое? Тут глаза у него будут глупые. Так вот. На волосах ему можно тоже добавить что-нибудь. Вот такого вот. Идеально. Все, красиво. Холибам. Так, теперь на фоне. Чем-нибудь стену можно нарисовать какими-нибудь гонялыми. Немного. Вот так вот, кстати, обои кажутся мятыми. Ой, мне кажется, слишком сильно. Вот эти обои кажутся облезлыми. Теперь надо немножко игре придать. Я не знаю, почему синяя атмосфера, потому что, знаете, вот спагетти, они же желтые, игра слишком светлая. Иногда от этого, блин, тошнит. Хочется немножко чего-нибудь такого. И вот как раз-таки такого. Так, чего вот не хватает? Опа, ага. Все, реакция. Реакция на максимум. Давайте по приколу просто добавлю ему вот тут вот цветочный горшок. Ну вот как в игре был там, типа, горшок с этим, с подсолнухом. Ну вот я тоже нарисую такой, ага, подсолнух. Если у меня получится. Хыть. Так, вот такой вот уже вялый подсолнух. Подсолнух будет стоять в комнате у Холли Бубы. Надо немножко добавить листочков побольше, густости. Все идеально. Так, теперь пора сделать. Вот так вот. Ну, типа, это семки. Блин, круто получается, я думаю. Значит, показывается, игру про спагетти сделать довольно-таки легко. Вот, достаточно просто уметь. Думать логически. Мне, знаете, что нравится? Я вроде это говорил. Что те, кто могут создавать игры, они должны понимать все вот эти вот команды логически. Ну, то есть, допустим, вот Ваня Галдан, собственно говоря, он не мог никак игры создавать, но и сейчас не может. Но я просто ему сказал, типа, чел, надо думать логически. То есть, если... Не умеет он ничего, то нифига не получится. Так. Ё-моё. Во, какой подсолнух рисуется, какой красавец. Да блин, не попадаю. Я большим пальцем просто рисую, у меня большой палец большой. По факту. Бамц, бамц, бамц. Все идеальный цветочный горшок. Не знаю, какому-то холибаму должна связаться с цветочным горшком. Но он там есть. Может, туда что-нибудь еще добавить? Так. О, у меня есть идея. Вот, знаете, вот обычное дело, когда приходите... к себе домой и замечайте следы тигра на обоях. Вот то же самое будет в квартире Холибама. Да, типичное дело. Я вот, например, всегда, когда прихожу домой,
Я вижу постоянно вот такую картину. Вот и Хулибам будет видеть такую же. Вот тут добавим немножко огня такого. Так. Можно добавить бомб их мятую текстуру. Вот такие вот волны. Волны. Потому что их клеили неровно. Вот они получились такими. Все. Суперская игра про спагетти. Готова. Ну что, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Желаю вам удачи. Надеюсь, вы поставите этому ролику лайк, потому что я старался. Давайте. Пока.